Сегодня, 14 октября, жители района Аршинцево сообщили о ЧП. В район остановки «Институт» прибыла спасательная техника и машины скорой помощи. По предварительной информации, в 10 часов утра в дежурную часть МЧС поступил вызов из дворца спорта «Залив». Дежурный спорткомплекса сообщил о возгорании радиорубки, расположенной на третьем этаже. Как рассказал сайту Керчь.ру заместитель начальника отдела, начальник 15-й пожарной части Алексей Мастепан, в городе проходили масштабные учения, в которых приняло участие более 50 человек личного состава 3-го пожарно-спасательного отряда, а также 20 специалистов со сторон взаимодействия, медицинские работники и сопровождающие экипажи ГИБДД. Во время условного происшествия работало 7 единиц керченской специальной техники, среди которых автомобиль с 50-метровой автолестницей, полученный из Тульского гарнизона. Условно подано 2 ствола на тушение пожара внутри здания. Установлена гребенка, подано 2 ГПС-600 на тушение крыши и 1 ствол по автолестнице 50-метровой. В результате учебного происшествия было обнаружено 2 условных пострадавших. Сотрудники МЧС эвакуировали людей, оказали первую медицинскую помощь и передали пострадавших сотрудникам станции скорой неотложной медицинской помощи. В завершении учений подвели итог. Все службы справились на оценку отлично. Все справились со своими боевыми участками, отработали в полном объеме. Считаю, все удалось, получилось у нас.